Всем привет, это канал Делай Пикчи, и сегодня мы снимаем Ерва из Молотов Тату. Недавно он приехал с тату-конвенции из Варшавы с первым местом в номинации Dot Work. И это меня вдохновило на то, чтобы сделать пару классных фотографий. Я недавно в соцсетях увидел, что ты был на Варшавской конвенции, или как правильно это называется? Варшавская тату-конвенция. Ты там занял первое место в номинации Dot Work. Mm-hmm. Это твое основное направление, правильно? Ну, то есть на чем ты специализируешься вот в тату? Ну, одно из любимых. А что еще? Blackwork, Dotwork, Ornamental, Black and Grey, Tattoo, Traditional. Люблю много, но стараюсь уделять время больше черно-белых все. И сколько, в общем, если так примерно, ты занимаешься вот татуировкой? Начал очень давно, где-то в 9 классе, не знаю, лет 10-12 назад. А именно профессионально уже занимаюсь татуировкой года 3-4. А если Dotwork, то сколько ты времени им занимаешь? Потому что это так, скажем... Dotwork, не знаю, года полтора, может, два. За полтора года ты так прокачался, что на европейском конкурсе вот тебе дали первое место. Да. Но ты сам, когда ехал, ты рассчитывал на что-то? Слушай, не знаю, Варшавская конвенция такая достаточно немаленькая, ну, с учетом того, что мастеров было много, и конкретно была номинация Dotwork. Я до последнего реально не знал, выиграю я или нет, потому что... Ну, работы были хорошие и серьезные. Людей в любом случае было много, и участников, и тех, кто просто пришел посмотреть. Да. Ты говоришь, два этажа. Два этажа чего? Пепси-арена, это типа футбольная какая-то арена, но площадь очень большая, да. Собираешься ли в следующем году участвовать? Да, я думаю, поедем. Я думаю, может, какие-то уже европейские, ну, посетим тоже всякие. Берлинскую, наверное. Может быть, Варшавскую поедем, потому что организаторы, которые, ну, судьи, которые были на Варшавской, там, типа, давайте, приезжайте на Варшавскую, типа, ну, работа крутая. Блин, подержи эту херню. Да пошел ты, мне надо этот час там, ну, вот это. Время инстаграмчика, да? Снимай, как я фоткаю, фоткай, как я снимаю. Жок. Все. Дальше работаем. Много людей... кто интересуется именно Dotwork, ну, то есть клиенты. Не всегда люди понимают то, что можно сделать именно так, да, то есть человек приходит и думает, что он выполнит себе работу в каком-то более простом и интересном там стиле, да, и ты ему советуешь, что есть альтернатива, более современный, более интересный для меня стиль, и вообще, в принципе, ну, смотрится на кожу интереснее и круче выглядит. А некоторые люди вообще, ну, доверяют и говорят, ну, я знаю, что ты сделаешь круто. Dotwork — это же вообще такая кропотливая достаточно работа, правильно? То есть эскизы ты рисуешь сам, все. Да. Потом это нужно перенести, все. Это круто. И просто мне в голову пришла такая картинка, что ты сидишь ночью и там что-то рисуешь прям день, ночь напролет. И мы попробовали сегодня это снять. Мы решили все это сделать днем. Я попробую это все перевести в ночь, посмотрим, как это получится. Спасибо за работу. Не за что, спасибо тебе. Все, свободен. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии, мнения. Мне интересно. Увидимся в следующем выпуске.